Пошла жара! Закинь на счет еще дрова! Алимбет не парит, а щедрый бонус дарит. Зарегистрируйся, пополни счет и получи 30 тысяч рублей. Алимбет – народный букмекер. Привет, меня зовут Фаворит. И вот моя история. Мне 23, сколько это в бобриных годах, не спрашивайте. Я помню Жерара Мукунку и Петра Первого на эмблеме, банкротство, дерби факелов в Лисках и много чего еще. Даже в Сасово в 2007 был. И вы знаете, я устал. Думаете, мне чисто в кайф фоткаться и обниматься с незнакомыми людьми? Ходить в одном и том же? Как бы не так. Мне надоело. Бобер, как мне надоело! Бобер, что? Успокойся, будь мужиком, все будет в порядке, не переживай. Мне надоело! Кирилл Николаевич, большая просьба, здесь, пожалуйста, помогите найти нового бобра. Вообще он себя неадекватно ведет. Паш, сейчас на рынке тяжело с бобрами. Позиция дефицитная. Тут разговор есть. Не-не-не-не, давай-ка ты так не будешь скучающий вид принимать. Давай ты начнешь себя вести нормально. Так продолжаться не может, понял? Ты клуб позоришь просто. Что у тебя в той душистой башке происходит? Бобер, бобер! Кто на с тобой детишки фотографируется? Ну ты чё, ты ж символ факела, ты чё? Бобер! Бобер, ты чё? Выдыхай, бобер! Где это я? Это же стадион «Чайка», здесь факел тренируется. Не только тренируется, и проводит официальные матчи. Ты что несешь? Он на центральном стадионе профсоюзов играет. Вообще-то на студенческой 17 вот что находится. Что? Торговый центр? Я ничего не понимаю. Что происходит? Ты, кстати, кто? Ты мне вообще кого-то напоминаешь? Не знаю, о ком ты, но я помощник Деда Мороза. Ха! И ты думаешь, я в это поверю? Будь я говорящим бобром, я бы не выпендривался на этот счет. Вообще, это твое дело, во что верить, а во что нет. Моя задача показать, что было бы, если бы ты не родился. А вот, талисман факела, зая. Чего? Факел играет во второй лиге, уже давно. В 99 году он не вышел в вышку. Вышли Анжи и Сокол. У факела был обычный сезон. Хорошая команда подобралась, но ничего особенного из этого не было. В смысле? Ни переполненного стадиона, ни горящих газет, ни песен о команде. Город не увидел настоящего успеха, и постепенно интерес к футболу в городе угас. А я тут при чем? Это футбол, это Воронеж. Здесь либо по уму и с душой, либо никак. Весь смысл всегда в деталях. Тут нет лишних, тут все вместе, и в стужу, и в зной. Короче, либо я тебя возвращаю назад и ведешь себя нормально, либо все начинаешь заново. Начнешься в заповеднике и будешь обычно бобром. Не, возвращай меня обратно. Дорогие болельщики, уважаемые факелоны, вот и заканчивается 2022-й, юбилейный для нашего клуба год. Он был богатым на события, мы бились за выход в премьер-лигу, добивались успеха и праздновали его вместе с вами. Ремонтировали стадион в кратчайшие сроки, заполняли трибуны до отказа, открывали фан-клуб и прославляли свою академию, воспитанники которой совсем скоро будут определять будущее клуба. Это будущее все ближе. 2023 год уже стучится в наши двери. Пусть удача сопутствует клубу во всем. Пусть побед будет как можно больше, как на поле, так и за его пределами.
Поднимем же бокалы вкуснейшего морковного сока за то, чтобы наша богатая история продолжила пополняться новыми славными страницами. Вперед, наш факел!